Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Edison Yon First. Всем привет. Мы продолжаем играть в Sniper Elite Nazi Zombie Army. В следующий раз ты будешь говорить это, потому что я никак запомнить не могу это название. Хорошо, договорились. Так, ладно. Тут видишь, у нас уже заранее беда, потому что они просто вытыкаются со всех мест, зомби. Там, ну, впереди. Главное, знаешь, чтобы эти двери не открылись. Окей, все. Этих убил. Ух так, ух ты! Ничего себе, я так среагировал. Так, есть. Я двоих вот так вот в повороте убил. Так, вижу перед собой на 11 часов. Отлично. Так, еще респавнится. А, это тот же самый. Минус. Нам направо. Так. Нет, нет, налево. Направо. Не, а тут как бы можно что-то... Ух ты, зараза! Ты видел это? Да. Так. Мертвый тут валяется, ну что-то... Так, выход вижу наружу, у нас есть. Так. Еще. Там еще сзади. Я говорю, что сейчас они все оживут. Я понял. Так, я немножко облутаюсь. Там вроде плюс 30 никого. К Томпсону. Так. Есть. Воу, так как это я в руку попал ему? Второй раз не добил. Так, сзади никого. Угу. А вот тут есть. Так, к Томпсону много патронов, а вот к этому мало. То что ж такое, смотри, он так, знаешь, уверенно идет к нам. Да. Такой, иди сюда, бык. Скажи свое имя. Так. Так. Вроде. Вроде бы чисто. Вроде все. Так, тут патрончики. Нет, с той стороны. Мы не хотим говорить все, потому что обычно, когда мы это говорим, сразу вот вылупляется. Еще больше. Еще больше выходит, поэтому. Так. Так, а нам куда? Так, ну нам по прямой потом завернем. Ух. Где? Ты уже в бой рвешься, да? Да не, я просто смотрю, где они там выходят. Так. Как камикадзе еще там. Так, и вижу. Так, вроде бы нету. Взрыв помешал мне, собственно, увидеть зомби. Ага. Так, скелеты идут. Да. Угу, ну слышишь же звук. Так. Отлично. Так, скелет отреспавнился в самом конце, посмотри. Так. Я ему хотел в тоненькую ножку попасть, понял? Но не получилось. Так, отлично. Вроде бы готово. Нет, не говори, вроде бы все. О, видишь там. А, пулеметчик. Так, я ему попал в голову. И сзади заспавнились, конечно. Еще раз голову. Так, ты пока меня прикрывай зад. Да. Так. Сзади так заспавнились. Откуда-то непонятное. Стреляет. Он у меня стреляет. Есть, я его практически убил, мне последний. Остался. Я тебе тут прикрываю, потому что сзади тебя там зомби. А. Да чтоб ему. Смотри. Все замечательно. Ублюдок. Вот так вот. Так, там, собственно, закрыто, нужно держать оборону, тогда откроется. Ага, да. Все, открылся, ну и тут сразу с молотком. А, с лопатой на нас идут. Так, одному в ногу попал. Так, отлично. Да вашу ж, вот эти. Че, садимся в машину. Я уже боялся, что по ней из-за ящика выйти кто-то. Да елки-палки, накаркал. Так, отлично, плюс 7 к льту. Я собираю, в принципе, патроны. Знаешь, это миссия, точнее, это глава, похожа на какую-то из миссий, то есть, предыдущих. Не знаю. Или глав предыдущих, заходим. Не знаю. Давай. Да, заходим. Так, отлично просто. Патрончики. Драб-драб-драб-бабаш. Нет, дробаш я не предпочитаю дробовик, потому что, я возьму. Не знаю. У него быстро патроны кончаются, и он только на ближних дистанциях. Так, чекпоинт. Ну что, я готов. Пошли. Кто там уже? Смотри, на втором этаже один. Я его убил. Замечательно. А еще нам, один на втором этаже. Нам нужно выходить или подниматься. Подожди. Да, только подниматься, потому что дверь закрыта.
Сейчас, подожди, я обыщу. Замечательно. Так, бери... еще. Скелет. Так, молодец, справился. Нам сейчас налево. Я тоже так. Осторожно. Давай быстренько заходим, потому что что-то плохое предчувствие. Нам еще выше. Да, то есть... Да, и эти двери тоже закрыты. Ты там, ты ребенка слышишь, как смеется? Не понял, это что, тебе уже чудится? Не-не, я серьезно говорю. Так я не шучу, в принципе. Не, я слышу. Подожди, и... а ну да, я прислушаюсь. Да уже нет. О, ничего. Так, мне кажется, нет, тебе это... в хорроры не надо играть больше. Да не, я тебе говорю. Нет, я понял. А в хорроры, знаешь, или в фильмах ужасов так же само говорят такой. Ну что, я тебе серьезно говорю, он такой, я реально ничего не слышал. Да, да. Ну это как бы есть хоррор, да, чё? Ну да. Такая обстановка, знаешь. Ну, зомби-апокалипсис. Это можно и не назвать хоррором, как бы, да? Ну просто так, атмосфера, ну сама, знаешь. Так, нет, нам нужно спускаться вниз. Да, атмосфера хоррора, естественно. Так. Так, отреспавнюсь еще раз. Убит. Убит. Так. Стоп. Ух, прикручу немножко звук у себя. Так. Я пока их буду так вот отстреливать на этой дистанции. Да. Замечательно. Так, патрончики. Так. Фиг, там что-то есть? Нету. Ладно. Так. Ну что? Чё-то мне кажется, на улицу что можно сейчас там выходить. Капут будет. Смотри, лампа до сих пор горит, да? Как-то нереалистично. Ну, я знаю. О, поперли. То есть, да, сколько времени пришло, да, с тех пор? А видишь, там бункер какой-то, может туда? Ну, да. Кстати, да, там может быть что-то полезное. Ну, да. Так, ну тут, как видишь, зомби тут как тут. Так, и скелеты прямо с бункера респавнятся. Есть. Угу. Так. Есть. Отлично, попал. У-у-у, меня скелет бил только что, я думаю, в чем проблема. Так, спасибо, что прикрыл. Угу. Так, что там еще кто-то... Да, еще там... Нормально так. Есть. Так, ну что? Что-то мне кажется, нам... А, не. Просто тут такая обстановка как раз для снайперов. Ага. Со всех сторон, знаешь, если бы замечательно. Так, давай заправимся всем этим добром. Ух, ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты. Что там? Потому что ты так что-то, когда ты говоришь тым-тым-тым-пым-пым, все, знаешь, да, я просто, знаешь, со среда. Ну просто камикадзе бежит, я ничего не могу сказать. Ух ты, видишь, там повылазили с той стороны. Можно все-таки зайти? Я не знаю, куда нам нужно. Так, бежит камикадзе. Есть, я его зацепил. И я одного убил. Чувствую, сейчас будет жарко, давай станем в круг. Так. Они там все вылазят, да вылазят. Так. О, это о, вот там? Это вот камикадзе. Камикадзе. Я же тебе говорю, вот эти вот. А он как-то застрял, видел? Есть, я попал. Чё-то мне все-таки кажется, что сейчас тут снайперы будут. Пошли, не каркай. А, смотри, нам вообще не в эту дверь. А чё это в воздухе, смотри туда. Где? Чё это там висит в воздухе, видишь? На час, на два или на сколько? Да вот сюда смотри. На вход, где там вход, где звездочка, и выше в небе. Угу. Видишь? Чё это висит? Какие-то воздушные шары или что? Ага. Не знаю. Так, кстати, что это висит реально? У меня просто прицел, понял, когда я туда смотрю, размытый. Ага. А, все, смотри, нужно немножко подержать, и он как бы... Я не знаю. Похоже на какой-то, знаешь... Не знаю, что ли. Фики узнает. Угу. Нам нужно 100% сюда. Вот. Видишь, тут куча вот этих мест, где мы, наверное, будем сидеть. Видишь, вот там, вот эти. Угу. Похоже на какое-то, да, ядерное оружие, что ли, да, или что такое? Ну, нам, походу, куда-то вот, не знаю. Смотри, какая дверь. Ты думаешь, что все будет... Кстати, ядерное оружие, оно, по большому счету, не огромное. Найти два первых фрагмента просто ключа. Просто сила удара, да, большая в ядерном оружии. Ну, вроде... Я не знаю, на самом деле, что такое висит, но я думаю, разработчики рассчитывали, что не каждый заметит. Будет, да.
Ну просто похоже на бомбу, но бомба в небе не может так висеть, поэтому... Какая-то ракета, да, смотри? Да-да, что-то такое. Иголовка, что ли, не знаю. О, слышишь? Так, ну да, вот, смотри, задний. Уже с земли высовывается. Так, понеслась. Минус. Скелетоны тоже. Так, ну я пока этих отстрелю. Минус. Минус. Так, минус. Так, замечательно. То ты что? Еще одного? Я в сердце, кажется, одному попал только что. Ух, скелеты. Плохо, что туда не показывает, как снайпер элит, то есть, да, куда ты именно конкретно им попал. Но это было бы долго, да, если бы показывать. Ну, да. Так. А теперь смотри, грудак оранжевый у скелета. То есть так. В прошлой серии был грудак синий. Так. Вроде... Совсем другой вид скелета. Так, побежали. Все, да, расплавилась, собственно, дверь. Сзади, сзади. Так, я вижу, Не стреляй, не стреляй. У меня же дробаш. А, да зачем ты в дробовике тратишь патроны? Не стоит. Так, еще сверху. Ага, вижу. Сверху, да. Когда я непонятные слова говорю, я тоже волнуюсь. Так. Есть. Так, можно облутаться быстренько. Кто там что-то тарабанит? У меня 80 патронов запасных в снайперке. Но я думаю, этого, да. Эта глава будет длинная. Да. Так. Что-то мне кажется, сейчас тут двери пооткрываются. Тише, сзади был. Так. Оу. Так, еще сверху идут. Минус. Я как-то понял, так вот смотрю, даже без прицела, потом резко нажимаю прицел и стреляю. No scope. No zoom. Так. No zoom это когда вообще без прицела. Ну да. А no scope это как бы прицеливаешься потом, когда уже стреляешь. Ну да, это как бы сразу после прицеливания или полуприцеливания, что-то такое. Кто играл в Call of Duty там... Так, это сзади. FPS достаточно играть было с АВП, чтобы да. Вот понять. Так, есть. Оу. Так, отлично. Сейчас заходим сюда. Патрон быстро сильно пролетел. Я его убил. Не волнуйся. Есть. Ты ключ. Ух, помоги, помоги. Подожди. Там ключ был, ты пропустил. Тихо. Да? Тихо, ты слышал вот это? Да. А кто это говорил? Ребенок какой-то, что ли? Ну так я говорю. Я моё. Что-то такое мне слышится. Я думал, поначалу одному мне слышится. Вот. Но он иногда так смеется, то есть. Так, нам сюда спускаться. Увидеть бы его, да? Лучше да, обосраться на ночь. Лучше не надо. Так. Обделываться на ночь просто. Так, что это такое? Так, нам не сюда. Тут есть патрончики? Нет, ничего нет. Так, а ну дальше давай пройдем. Так. Так ты меня своим телом закрыл полностью вот это вот все. Да, я у меня просто дробаш, поэтому. О, как тут темно, слышишь? Фонарика так. Нету, как в Dead Island. Нету. Нажми на F, попробуй. А у меня джойстик, ты забыл. Ну да. Так. Ну сюда, видимо, да. Если вы такой. Я что-то такой, я что-то стреляю такой, да. Я так же сам. И сзади заспавнились. Сзади куча заспавнилась. Ну как куча? Куча не куча. Если я ему попал шлем. Так, что ты дерьмо. Есть, еще раз попал. Есть, еще раз. Отходи, назад. Есть, попал. Теперь можно отходить. Пошли. Так, может мину поставить, как думаешь? Тише. Отойди. Назад. Нет, все, я его убил. Так. Отлично. О, опять ребенок смеется. Вот. А вот когда именно смеется, да, самым больше влияет на психику. Да. Когда не плачет, а когда смеется. Или что там? Ну именно да, когда разговаривает с тобой, да? Ага. Вот это вот самое то. То есть даже напугать резко, это совсем не то, да? Да, когда вот то так. А тут вот именно атмосфера, да, когда смеется. Да, атмосфера вот это. О, ключ. А там страх просто. Так, смотри, сатанинские знаки вот начали крутить. Кто-то поет. Да.
Твою мать, идите в жопу, я захожу в сейф-рум. Только не без меня. Да. Так, кстати, мы, наверное, с этим ребенком будем сражаться в конце, как думаешь? Ну, наверное. Может, это Гитлер поет? В молодости. Да. В детстве. Записал, понял, нам на диктофон все это же. Да, сейчас нас тут. Так. Пережить осаду. Чё-то как-то мне не очень нравится вот эта затейка, пережить осаду. Подожди, давай недалеко от этого, собственно. Да, я не отхожу. Смотрим еще по сторонам. Ты давай слева прикрывай, вот там, а я вот сюда справа, с правой стороны. Да. У, уже так, там. Видимо, нам нужно... А. Фух, да, я вижу. С левой стороны идут. Оу. Чё? Так, сейчас я перезаряжаюсь. Это неудачная перезарядка. Минус. Минус. Замечательно. Угу. У меня пока все хорошо, как у тебя дела пробегаются. Камикадзе. По твоей стороне? Да. Так. Все, я убил. Да, я вижу. Так. Скелетоны пошли. Ух. Нет, по моей стороне только зомби. И уже скелетоны. И камикадзе по моей стороне. Убегай, убегай, убегай! Смотри, он бежит, не знает, куда деться, понял? Смотри, и стал так забаговался. Все, отлично. Фух, так, главное не подпускать. Да, главное вообще не подпускать лучше. По моей стороне там практически уже никого нету. Ну как? По моей стороне есть, я от камикадзе когда убегал, пропустил многие. Угу. Так, многих. Отлично. Двоих. Реально, главное не подпускать, потому что если подпустить... Есть. Как будто, да чё вы? Отлично. То есть, да, ты пока следи за этим всем. Убегай, убегай, убегай! Ух, так, ну меня лёгенько зацепило. Отлично. Фух, так. Все, замечательно. Как-то мы быстро справились, да? Пошли. Найдите два последних фрагмента ключа. Ух, твою ж. Да. Будет сложно. Эти так, ключи? Так, давай залутаемся. Че, бежим? Подожди. Так, 27 патронов. Как-то неохота бежать. Так, можно ли тут залутаться? Нет. Так. Камикадзе. Отлично. Угу. Сзади тебя были, я, короче, их убиваю. Замечательно. Еще камикадзе. Спокойно. Камикадзе это, наверное, самое страшное, ну, вместе с пулеметчиком. Ну и скелетики вот эти вот, конечно. Да, все замечательно. Смотри, давай зайдем в бункер, возможно, тут есть патроны. А тут и есть патроны, смотри, иди сюда, зарядись. 100 патронов, да? Вообще четко. Ну чё, идем сразу туда? Да. У тебя по 100, да? Да. Угу. Оу, это откуда? Подо мной. Я такой смотрю по сторонам, это откуда? Так. Так, ну вроде... Тише. И еще раз. Ух, так, есть. Осторожно, не лети, потому что я вижу, мы летим, да, и нарываемся просто на них. Давай, шут. Так, есть. Сзади никого. Ну, походу. Главное, чтобы не спускались. Да. Оу. Угу. Тише. Это зомби. Два... Так, так. Так, я вижу, вижу, вижу. Понимаю с полуслова. Ну, да. Так, давай быстренько залутаемся. Это что там идет? Пулеметчик что ли? Нет. Потому что такой звук, да? Так. Мне кажется, да, или мы на одних и тех же местах просто. Да. Вы нас ведут. В одно и то же место. Сначала давай вот сюда, потом в другую сторону. Пошли. Так. Сзади непонятно, тоже да, идут, вот, сзади вот. Идут. Я убью. Там вроде один. Я понял. Только. Нет, не шли. Так да. Что ж такое, я перила попадал только. Я не знаю, нам сюда. Пошли в другую сторону. Иди, нам сюда. А там в другую сторону тоже нужно. Где? Ну, как бы там тоже проходить. Давай сначала сюда.
Так, отлично. У. Так. Отлично. Так. И еще один. Замечательно. Да сколько их туда? Да. Ты только посмотри. Есть. И они так идут, да, уверенно. Да. А толку, мозгов все равно нет. Можно идти на пули. Отлично. Отлично. Я убью. Угу. Так, продвигаемся вперед. Угу. Ты утаишься там, да? Так, тут скелетиков. Ну, сюда смотри, сюда мы не можем пройти, там двери. Так, вниз иди. Так. Потому что меня тут хотели зажать. Отлично. Сейчас я подберу вот это вот сидело. Замечательно. Ключик. Угу. Еще половина осталась. Так, все. Оп. Тише. Смотри, мы на каких знаках стоим плохих. Иди отсюда. Смотри, еще такой смайлик, да, в виде домик. Это мы отсюда вышли? Нет. Нет. Смотри, просто тут видишь сейф-рум. Ага. Нам, походу, не сюда нужно было, а... Если сейвы пошли, значит, правильно идем. Ну, как бы, тогда мы туда должны были зайти. Мы просто не туда пошли. То есть, нам нужно сначала было направо пойти, а потом налево, мне кажется. Ну, то есть, зачистить нам нужно, то есть, да, два здания по заданию. Ну, что-то такое. Две точки. Первую мы зачислили, пошло сохранение. Сейчас на вторую идем. Ну да, вот сейчас вот в ту сторону. Ух, так и знал, что-то откроется. Ну, о чем я и говорю. Так. Спокойно. О, заколбасило чувака. Так. Отлично. Смотри, чувака колбасит. Угу. Иди сюда. Иди. Смотри, вот. Угу. Смотри, какая у него шея. Да, я вижу. Только у меня он не дергается. Не? Не. Я так понял, смотрю на тебя, когда Вальдо открылся. Типа, что дергается. Видишь, нам туда сейчас. Воу. Камикадзе бежит. Я не знаю, где он будет подниматься. По-любому. Он тут будет. Вон, поднимается к нам. Назад, беги. Куда ты пошел? Ух, еще поднимай, да, еще. Сейчас, наверное, с другими. Ты низ прикрывай. О. Так. Мне, короче, лучше переключить на Томпсон. Ну да. Потому что против камикадзе лучше Томпсон, согласись. Так можешь не всегда попасть. Так, сейчас нам тут спускаться. Так. Ну и вот этот вот смех, да? Эх, твою. Да, все, теперь пускает. Фух, сейвы. Отлично. Давай, короче. Все это дело заправим. Так, дай. Так. Окей. Угу. Я немецкий автомат взял. Но нет, он хуже Томпсона нашего, поэтому... Лучше Томпсон. Так. Ну что? И плюс в том мало патронов. Так, ну я готов. По большому счету я только патроны в снайперке тратил. Так, ну мы на этом дворе. Просто с другой двери вышли. Кто-то там идет. Так. Вроде да. Скелеты. Я скелетика убил. Оу, как это? Все. Замечательно. Отлично. Да. Так, еще кто-то? Нет, я пока не вижу никого. Мы так затихли, да? Предвкушение. Вроде. Вроде бы никого. Но сохранение не пошли, значит, нужно опасаться. Да. Сейчас попрут. Так.
Так, сюда. Смотри, тут можно заправиться. Вот в этом бункере, где я. Да, все, я 100 патронов пополнил. Чё? Хорошо, что они есть. Пополнил. Давай быстренько. Так. Я думаю, уже можно будет открыть. Или сейчас всё опять в крови, смотри, да? Пережить осаду какую-то. Это походу за жертвоприношение, что ли, да? Потому что смотри, все в крови, да? Да. И плюс эти силуэты. Воу. Так. Короче, я троих только что убил, понял, одним патроном. Так, сзади никого. Двоих одним. Отлично. Я пока этих перебью. Пулеметчик. Все, замечательно. Так, ну что, давай его отсюда морить. Да. Есть, я ему снес шлем. А, нужно чуть-чуть выше прицел. Да, чтоб тебя. Так, есть, попал в нос. Как тебе, нормально? Еще раз. Еще раз, замечательно, всё. Убил. Так. Ух, тут куча оружия, что-то мне кажется. О, ну сохранение, да, тебе правильно кажется. Тихо. Тише. Не покидай меня. Это он считает или что там? И попёр. Да, 7, 8, он считает. Да. Может, уматывает, слышишь? Знаешь, что меня больше интересует? Смотри, то есть Гитлер проиграл... Мне уже страшно. Слушай, слушай. Гитлер проиграл войну, нет? И как бы новый план воскресить зомби. Ну откуда взялись вот эти скелеты, эти привидения и все такое? Ну фихило. Откуда же взялись? Это похоже вообще, ну как бы люди, которые, я не знаю, давно умерли, да? Угу. И вот это вот скелеты. Так. Опять пруд. Есть, попал. Так. Я пока наверху стою. Буду их убивать тут. Так. Отлично, вновь он воскресился. Он, и вот так, слышишь, выстрелил, он аж подпрыгнул. То есть так вот подлетел. Ты видел, нет? Да нет. Так, ну что, входим? А, тут еще нельзя. То есть нужно еще всех перебить. Или нельзя, или нам куда-то в другую дверь. Нет, не в другую дверь. Затишье. Нет, мне что-то кажется, что нам не сюда. Да нет, ну а куда? Ну не знаю. Ну точно не прыгать, поэтому. А, ну давай попробуем. Да нет, 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 не гони. Так, карта у нас не работает же, да? Чё, у нас есть карта? Нас ворознул. Так, ладно, я еще раз попробую в двери. Подожди. Так, да. Вроде бы ничего не пашет. Я какую-то книгу, вот. Так, нам нужно было книгу найти, я нашел тут книгу. Ё-моё, так даже ничего не писалось, да? Ну да. И... Смотри, беги ко мне. Да тут на нас уже пруд. Ну так иди, это уже эксцелла. Ты ошибаешься. У тебя просто субтитров нет, а у меня есть. И тут иногда что-то говорят. Типа сейчас написала, ты ошибаешься. Ага. Не знаю, чё. Нам прыгать может? Ну прыгать, давай. Прыгать нет, подожди, вот прыгать лучше не нужно. Наверное, нужно спускаться. Да. Почему же разработчики, да? Мучает так нас. Так, тут пруд уже. Именно когда мы, да, подошли, они сразу заворачивают такие. То есть не раньше, не позже, а... Ага. Так. Так, отлично. Опять он ржет. Психологически как-то очень хорошо действует, да? Согласись. Так, чекпоинт. Фух, давай заправимся. Потому что сейчас, мне кажется, тут вообще будет. Мне так кажется. Ну и мне. Но я тем более не знаю, я не проходил ни разу. Да я не проходил, но... Смотри, нам возле костра нужно стать, да? Ух ты, смотри на стены. Да я вижу.
Типа это дьявольские знаки, да? Нет, это гитлерские знаки. Гитлерские? А, да, ну и... Да-да-да, ну, и посмотрелся. Ну и, ну, как бы, в этом круге, да? Ага. Дьявола. Вот мудаки взрываются. Ну, сзади, это. Я даже не видел, знаешь, они так позаспаунились, что чуть меня не убили. Я имею в виду, понял, вот этот вот знак Гитлера, да, да, он да, как да. бы в отличии того знака, который, ну, ты понял, да? Угу. Смотри, куда нам нужно будет. Плохого видишь? Знака. Смотри, куда нам нужно ага. будет. Вот сюда прям внутрь. Стреляй в них. Так. Фу, что-то сложно. Так. Так, отлично. Сейчас попробуем. Ну что, пошли. Куда? А, нет, куда пошли? Разогнался, в бой уже рвусь. Так, есть. А? Отлично. Скелеты. Отлич. Да. Минус. Минус. Так, есть. Вроде бы все тихо. Лучше не говори такое. Видишь, тот знак еще не еще там стоит. Да-да-да, то есть. А, я вижу скелетика одного еще. Все, я его убил. А, или ты убил, да, ты убил. Ты убил. Так, да пофиг, убили, да убили. Пофиг, кто убил, нет. Оу. Опять. Смотри назад, а то сейчас да. опять. Так. Я лучше отойду куда-то вот. Да-да-да. Будем просто на месте, как мы и говорили, да? Да. На месте не стоит. Вот, видишь, они... Отойди! Я вижу. Ух, заразы. Так. Ты на одном месте там не стой. Так, скелетики прут, давай, перебивай их, чё ты. А я чё делаю? Так. Они вот тут уже на входе. Я вижу, я перебиваю. А. Есть. Так, там ещё. Угу, я вижу. Так, я вижу вот еще. Замечательно. А. Отлично. О, как же их много-то. Да. Бегут, О! Они опять спавнятся. Так, сейчас и тут будут. Они так прикольно, да? Смотри, как орут они. На их рот посмотри, он такой орут. Так. Не прикольно сделали, согласись. Мне показалось ли там снайпер был? Нет, показалось. Это, наверное, ты так. Ну, они прикольно, да, сделали вот этих вот. О, кто там? Всех зомби очень оригинально, согласись, да, для кооператива. Вот снайпер, я говорю, что там снайпер. А, вот теперь вот, да, снайпер. А, хотел его на лету споймать. Ничего себе, он перелетел. Да ничего, справимся, снайпер, это не самое страшное. Так, их тут двое было, да? Так, еще один снайпер, я понял. Один уже мертв. Угу. Ну и один на нашем здании так перелетает. Так, видел, да, как он? Что он умеет? Все, мертв. Я его убил. Еще один. Еще один. Все, уже нет. Еще один. А, это как. А в тот случай. Да. Еще один. Да ё-моё. Как в прошлой серии, да? Есть. Смотрим. Так. Еще один. О, еще. Все. Да, в принципе. Там еще один. Так, ага, вижу. Все. Еще один. Еще один. Вы че прикалываетесь? Все. Так, еще один. Еще один. Не убили. Так. Твою. Там еще один. Еще один, да. И этого мы не убили по таймингу. А, хотя в голову, но. Так, смотри. Лица. Так, я вижу. Есть, все, убил. Там был. Фух, я не знаю, вроде пока что не вижу. Тише. Не говори так. Я же говорил. Так. Зомби обычно бегут. Минус. Так. Так.
Это... Пулеметчик. О, дядя, ага, вижу. Но он далеко, в принципе, от этого далеко времени. Далеко, ну, попадает. Так, если я его, ну, как бы подстрелил. Сейчас попадем. Охренеть. Есть, попал. Есть. Патронов уже толком-то нету. Есть. Все отлично. Все убил. Так. Замечательно. Пулеметчик еще один в ангаре. Справа от меня. Есть, попал один раз в голову. Че? Так. Есть. 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 Ну же, еще. Главное убить, пока он сюда не дошел, а то. А я убью еще. Не волнуйся, ты пока занимайся. Ну. Все, замечательно. Еще один. С другой стороны. А не понял, каждыми боссами как бы по очереди молят нас. Снайперы. То есть никогда нету, что там один зомби, один пулеметчик, один скелет, то есть по очереди. Так, есть. 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 Отлично. Отлично. В один голос. Все. Ух. Так, погнали быстрее, потому что. Положи книгу душ на постамент. Угу. Что ты наделал? В смысле, что я наделал? Ну, субтитры, что ты наделал. А это типа тот малой говорит. Ну, который смеялся. Ух ты, смотри. Офигеть, это что такое? Угу. Это мы типа как бы зло. Изгнали или что? Ну что такое? 36 минут. Так, 36 минут. Ну что, ребята, если вам понравилось, ставьте лайк. Отдельно всем спасибо за то, что поддерживаете нас в предыдущих сериях лайками. На эту серию тоже. Не стыдитесь, ставьте лайк. Для вас был Эдисон. Only First. Всем пока. Всем пока.